Так, прием неплохой, бежать далеко. Вот прием. А второй пас, ну, на четверочку с минусом. Поэтому не смогли они. Лайка я. Атаковать. Вот так попробуем. 2-3 серые у нас проигрывают пока. Но шансы есть. Алексей, Андре. Так. Мяч у вас. Да, есть такая хитрость еще, можно песком в глаза бросить сопернику. За это полагается квалификация, но если ситуация опасная, то... Да, ошибочка. Еще 3-3 становится. Напряженный поединок. Напоминаю, после этого матча мастер-класс. Все желающие, подходите, разувайтесь. Будем пробовать играть в футболей. Вот это подрезка. И 4-3 черные повели. Темно-серые. Серые проигрывают. А где рыжие? Где рыжие? Рыжий! Привет, рыжий! Отлично. Так, ошибка на втором. Вася у нас 5-3 ведет команда «Новатор». «Новатор». Реклама идет. Андрей на подаче. Да, Андрей у нас один из лидеров футбольного движения в Москве. Один из лучших игроков, он скажет, не стесняйся, называй меня лучшим. Да, он в порядке, конечно. И в паре с ним играет обычно Вадим Попов. Вот, они очень высоко в рейтинге чемпионата Москвы сейчас находятся. Счет 6-3 становится в пользу черных. Нет, вот вопрос такой интересный, думаю. Счет становится 7-3. Опять нет. 4, извиняюсь, да. Рыжие проигрывают 7-4. Серым играем. Да, ошибка на приеме, как я говорил, 8-4. Мастер-класс уже близко, я надеюсь, называется кто-то уже. Будет подключаться к игре. Да, усталость сказывается после Кубка России 9-4. Вчера ребята провели некоторые по 5, по 6 матчей. И плюс мастер-классы были здесь вечером, поэтому ночью у всех сводило ноги, скулы, бедра. Носы. Итак. Да-да! Молодец. Выдохнулись, ребята. Это здорово. Был отличный блок. Атака! А Саша у нас, который атаковал сейчас, он мастер подрезок под сетку. То есть его коронный удар, это головой под сетку. К сожалению, не попал. Имя матч проиграл. Ребят, спасибо большое. Да. Сейчас все желающие могут подключаться, разуваться и выходить на площадку. Мы поработаем с мячами, покажем базовые движения, поучим вас играть в футболе.